Когда играли по больших мобам, играете точечно уже все по мелким, когда их добили больших, больших с мелкими там. Просто точечно играйте по мелким. И притон раньше зайди немного. Сопроты перепейте и масло перемажьте. Все. Рыбу ставят, а погнали дальше. Ну да, да, сейчас будет. Здесь ухо собрал. Да, кидай обмен, Андрей. Нет, нет. Восемь минут не хватит, правильно? Уловка, не хватит. Урон идет, когда три цели от дождика. А 12 минут хватит? 12 хватит. Ренессан, заходи. 10 минут, меньше 10 минут бой с боссом. Ну, если мы сразу же... Ну, давай 120 голды. Ты идешь в рейд. И не бедешь для бисопрота. Масло тоже мать. Иначе просто ты в рейд попадать не будешь. Кидай 120 голды. Вот последний раз, когда тебе дают. Ренессанс, давай заходи. Да, захожу, мне просто опять зависло, перезагрузил игру. Уже. Там РЛ на другом сервере. Перед каждым рейдом выдавал флажки. Давай ты будешь выдавать. Да, ну давай ты будешь приходить. А вы сдавали по 10 тысяч? Драны разные, короче. По гильдбанк. Нет. Вы сдавали. А вы водили голдраны, чтобы в ГБ кинуть гайд? Давайте мы не будем пиздеть какую-нибудь хуйню всякую. Давайте просто ребафнемся и будем пулять. Все, пристабав, каску, кулак. Лапа, что это хуйня это все. Давайте быстро 11 минут. 11 минут хватит. Войд, готов ты там? Угу. Готов, Андрей. Кулак просят по ханту. Закиньте еще раз. Ренессанс, что-нибудь, все, поехали. Айрон Варьор, Андрюха, давай я добавлю. Припоты не забудьте, все припоты тоже нажимают. А вы отдали? Могу. Привет, народ. А что, место есть? Я тоже. Привет. Уже занято пока. Всё. Угу. Ну ты приходи, может быть тоже кого-нибудь сейчас имеем. Надо убить точно это говно. Да за это. Через сколько трэш? 10-12, еще пока меньше. 9, я скажу, когда 3 будет. 4 секунды почти, 5, все, 9. Выходит. 2, 1, готов. Взрывание через 13 секунд. Вот, если меня выберет целью, а ну, ты на подстраховке, сбить квадрат. Буревестник. Гости заявились, как и обещал господин. Слышите, буревестнику запрыгает, он что-то лагает. Ну, вроде в бобе. Смотрите, вторая сферка будет рядом. Подаван. Подаван. Играйте по большому. Все, выбежали с лужи с креста. Играйте точечно по мелкому. Отбегите в сторону центра сейчас все. И играйте точечно по мелкому трэшу. А шо катана, Катя? Катя, по цепи не лезете. У фолок. Сколько стаков? Два можно? Чем меньше, два тем можно. Лучше. Тем лучше. Кошками. Танить можешь? Заберите с меня жука. С моей, а ну, купи,
По мелкому трэшу доиграли, приготовьте, скоро большой трэш выйдет, ханты. Там много трэша мелкого, добить надо. Точно, сыграли по нему, все добили. Сыграли все по мелкому трэшу. По пульке скинулись. Все, пошли бить. Добили, добили, тут еще два осталось. Да это хуйня полнейшая, я не знаю, блядь, что у нас так трэш долго умирает. Трэш разбегается далеко, блядь. Помощники через 10 секунд. Мы, блядь, далеко, вы чё ёбнулись, нахуй? Да вы под воду трэш ведёте, конечно, блядь, как вы вообще. Ну а мне как делать было? Пришлось бежать туда. Давайте будем всё обсуждать, ребята. Пула, блядь, это пиздец, вы будете все пиздеть или что? Хан далеко. Я забрал. Петь, сними с меня его, пожалуйста, сними. Ну я бернул резонанс, чё он там? Даёшь? А дело уже, блядь. Вижу. Бухой грипп не ложен там. Там далеко. Далеко. Сейчас попытаюсь. Я ее уже разбиваю. Паш, спирит, беги в сторону лужи. Вон сверху. Я достаю чуть-чуть назад. Не зайди только на нее. Ну ты ж бог с бобом, ебаный. Кать, на тапках давай. Нету тапок. Сацуны. Твою? Гриб отсеял еще одну. Четыре кнопки бежит. На меня опять бежит. Я прокачу. Да. Бегите в сторону Ануба. Сразу сливайте. Не паникуйте. Вы сливаете. Трэш вышел. У него лужу разлили там. Угу. Хотя успевать, блядь, хорошо. Под босса зайдите, хим, под жопу. На пол через 4 секунды легла. Две. Центр. Это хелп перевесь на мой. Подаван, давай манизыбу. Я вижу, вижу. Стопните флут, пожалуйста. Мне нужно будет озвучить, когда помощники выходят. Через 8 секунд. А давай чигот хелп, массакра бабл. Ваня через 6 секунд. 2. 1. Нажимай. Я умер, нахуй. Справа трэш некому на пули. Владюха, на пули вы трэш, ты его расстановил. Владюха, выбеги на пули. Это он меня сложил после на пул. Можно вопрос? Зачем вы во время пула обсуждаете какую-то херню? По 10 раз, ну и тоже. Так, секунду. Ваше тело лежит. Я даже не обсуждал, я просто высказал мнение то, что, блядь, никто не дамажит трэш, нахуй. Вот сейчас ну, сам это, факт того, что, типа, получается, выкапывается босс, пойди договорю сами. Выкапывается, блядский босс, короче, стоит два человека, четыре моба добивает, нахуй. Вы что, ебанулись там или чего совсем? Вам, блядь, тут делать нехуй, тут делать за вас, блядь, все, блядь, паладины, силы и танк, и все. Ваша задача просто, блядь, бить манекенного босса и трэш, блядь. В чем, блядь, проблема?
Выкопался босс, блядь, как бараны, развернулись, все побежали бить босса, нахуй. Да бейте ж ебаный трэш, нахуй. И не такие отговорки, блядь, и похуй кто там чё, блядь. Трэш ушёл к воде, чё за хуйня, блядь, стоишь, пиздуешь трэш, где он не был, блядь. Ну да, а потом не хватает ДПС, чтобы перевести Ануба. Ты гений, Андрюха. В смысле не хватает ДПС перевести Ануба? Причём, если чё, я стою возле босса, я дамажу босса, приведу трэш, я его солью. Я не побегу к воде, блядь, сливать этот трэш. Это бессмысленная хуйня, блядь. Я теряю ДПС, блядь, по боссу. Ты не понимаешь это? У нас не хватает ДПС в босса, блядь. Андрюх, ладно, короче, я вижу. Там 3 или 4 жука просто бежали. Ах, ты тут при... Чё? Ты тут... Ты при чем? Ты при чем? Тут ты при чем? Я сказал. Да, Джипса кому-то надо. Да, тебя это не касается. Все, хорошо, друг. Все, здесь у вас есть великие таланты, блядь. Понимаешь? Если они уходят в берсу, блядь, они стагуют максимально быстро, нахуй. Они еще и отхиливаются на фу. Милики, потом чуть-чуть трэш, блядь, еще что-нибудь делать. Я не понимаю, блядь, в чем проблема, нахуй. Не из этого сейчас упали. Начнем с этого. Давайте просто тихо, никто ничего не говорит, лишняя хуйня. Причем тут сами из-за этого упали, понимаешь, тут везде нельзя терять время, блядь. Частично Макс прав, понимаешь, но, блядь, то, что типа убивать трэш, оно максимально быстро. Нехуй тут все сюкаться, ну, со всеми вообще, типа, надо... Да причем тут все сюкаться, блядь, здесь гигант сюкали. Хорошо, давай я буду молчать, ты все говори, окей. Мне просто это уже заебало. Перекрикивать вас, блядь. Ты меня перекрикиваешь во время рейда или что? Нет. Так ты ни разу не перекрикивал, Саш, не придумывай. Ну, за какая... Че ты ко мне предъяву выкидаешь? Все, обратили внимание на недостаток, недостаток выявили, все поняли, что делать, идем пулить босса. Разбафываемся, выдыхаем. Вывод должен быть один, когда выкопался Ануб, все бегут под босса уже, ну, когда перефаза будет. И рейнджевики стреляют не в Ануба, когда могут, а в маленький... Да там заранее, когда последнюю ну цель выбрал, которая убегает от босса, а все остальные в другую сторону по треугольнику уже сбегаются, чтобы быстрее слить трэш в куче, а не, блядь, по одному его вылавливают. Да, по одному можно, но когда он далеко, ты... Чем, Макс, стоять, смотри. Да? А нихуя, что мы взрываем вторую ужу в квадрате, если все побегут к квадрату, просто ну пошотает людей, нам нужно его раскайтить еще в третьему человеку. Так он говорит про Тетю, когда Тетю заходит. Да, последний, когда он уже вылазит, понимаешь? Он всегда вылазит в центре. Короче, я стопнул всех. Я вам скажу так, типа, блядь. Это не обсуждается. Если ты не бьешь трэш, ты не поднимал по трэшу, ты, блядь, просто не лутаешь минус ЕП. Вот и все. Вот так работают вечерние гильдии. Нехуй тут, блядь, спорить, выебывать. Сказали, блядь, знаешь, бьешь. Смотри, у тебя, ты говоришь, что надо бить мелких в куче. Если мелкие в куче, они очевидно в куче на ком-то. Если на ком-то больше 2 мобов висит, ему пизда, считай. Вопрос, стоит ли это делать? Не знаю, почему-то каждый трай на мне, блядь, 3 моба висит, и похуй, блядь. Ну, блядь, что с тобой? Ну, потому что можно... Есть такая, блядь, хуйня, как стан, есть такая хуйня, как кайт через лужу. На будущее, ребята, мобы кайтятся через лужу, ту же самую, блядь. Если моб заходит на лужу, он замедляется, и он вас не бьет. Это на будущее, чтобы вы понимали. А вы стоите, блядь, спиной к ним, нахуй. Нет, забегите за лужу. Он будет до вас дольше идти. На вас не повешается стак. Трудно? Нет. Похуй. На мне всегда 3 моба, потому что я агро на мобах держу. Сука, траете. Время идет. Скоро спать идти. Я уйду, будете искать хила. Подаван уйдет, будете да еще танка искать. Все, время запускать. Идет. Скоро я просто объясняю им, блядь. Я понимаю, это бред. У нас время идет. Мы на один трай тратим по 10-20 минут. Хотя можем тратить меньше, без разговоров. Просто пришли, упали, потраили. Ушли, упали, потраили. Все. Без меньших, сука, разговоров, блядь. После, в конце, все обсудите, блядь. Минусы и плюсы. Все. Пидоры. Учитесь, правда.
Да что толку, если одни те же ошибки будут делать? Спасибо, что выслушали. Ничего, все, Макс сказал. Я вообще не понимаю, какой смысл спорить. Сказали, делаете, все нахуй. Ну. Егор, ты здесь? Да. Давай добавим пул. Мог бы выйти Егор там слева. Егор, 10 секунд до мол осталось. Две. Взрывание через 4 секунды. Женя, ты первый боб кидаешь. Будет хелп. Бежит. Галина, бежишь первая. Как и обещал, господин. Холок следующий. Отбежали с лужи. Прибежали в сторону центра. Сейчас Ануб выберет третью цель. Побежим в сторону трусов. И будет играть по мелкому треку. Сейчас продолжаем сколько играть секунд, по мелкому блядь, треку. Сколько секунд, блядь, меня забалалось. Гавр выбежал. Частично. Бойчик. Под шипы не лезьте, бегите в сторону трусов и подыгрывайте по мелкому треку. Заберите меня, пожалуйста. И, кроме... Сука. Фоллок, поверни, пожалуйста. Приготовьтесь большой трэш напуливать. Сыграли по мелкому трэшу, добили. Кто может подстанивать, подстанивает. Большой трэш напулили, рибаф по кате. Играем по анубу. Садим. Егор через... Да видно было. Минус... Через... Егор 8 секунд до... Угу. 2 секунды. Бежит Ваня 4 кнопки. И человек, которого выберет оно. Уфолог. Добиваю сейчас, Андрю. Там дебафа нету? Справа, Андрю. Да. Справа будет, да. Бухой, грипни иди сферу. Вон. Свободу дайте мне. Фрейдом. Блять, ну пиздец. Ладно. Там будет немножко в другом месте. Галина, смотри, где. Тихо, спокойно. Подбегали.
Есть еще третья сфера, можете просто третий человек на нее зайти. Вот сейчас будет разбита Чернобыль. Сейчас так она взорвала. Нет, вот Чернобыль, сфера, и потом просто раскаетесь. На крест не бегите. Катя, дай БР по Чернобылю. Играем по мелкому треку. Бегите на ком-то. Только не через рейд. И ребаф сразу Чернобыля. Дала бы. Мелкий трэш под босса заведите. Дайте ребаф по Чернобылю, все под босса зашли и напулили мобов. Играем по боссу. Гор через 17 секунд. Девять, восемь. Две секунды. Шесть процентов. Давай Геру, наверное, не успеем перевести. Минус один дедаски. Подаван, нажимай низыбу. Женя, good help, готовься. Здесь меня прошибает, если уходить напуливать, это будет... Тихо. Ну, Женя, давай. Ваня, по готовности через 2 секунды уже не закончится. Закончилось. Если есть, то давай. Про огурцы не забывайте. Скоро мобы выйдут. 30. Еще один трэш будет, да? 15 секунд, по-моему. Да. Больше, чем один. У нас 4 секунды. 2. Огурцы не забывайте, ребят. Андрей, залей иннер по 4 кнопки. Катя по good help. Через минуту, через секунду, точнее, Егор. На пулы. Петю сводил. Там Петю сводил, походу. 4% опять осталось. Да, плотненько. Смысл? Ну, только как раз не хватит. Вопрос. А есть смысл мне под конец вот там сдавать армию мертвецов? Эх, Петя, слакер. Всяко. У меня пролагнуло жестко. Я на слепую дал стан. Ну, как раз Критона не хватило. Ну, Притон это не 6% дэмэджа. Там же не 6 было, 4, по-моему. 4 оставалось. У нас 3 человека мертвы было, нет, я не ошибаюсь. У нас там был Паша, Чернобыль и Мак, но Паша потом встал. И, можно сказать, Притона можно было считать мертвым, так как он не находился в рейде. Посмотрите, руку я отбегу на минутку просто. Чуть ДПС, по-моему, не хватает. Хватает. Блять, какого ДПС? Мы первый раз, когда убивали, у нас было минус 6 или минус 8, что такое. Убивается в пару ДД буквально. Там чем меньше дамагер, тем меньше хилить, и босс меньше отхиливается. Тоже есть в этом все плюсы. Это на последней фазе не так как вам критично. Сколько рыбу будем искать? Да, однако учитывайте, если у вас падает 6-8 ДДшек, вам надо упасть 2 хилам, чтобы не отхиливать босса на будущее, блин. Тоже это учитывается.
Если у нас идут 6 хилов, сколько мы идем в 6 хилов, нам нужны все ДДшники живые на последней фазе, иначе вы нихуя не сделаете. Либо ронять 2 хилов на последней фазе, тогда да. Если за хила не так много, чтобы ДДшниками не перебить его. Иммортал есть. Причем, подожди, мы идем в 6 хилов, сколько у нас сейчас? У нас 6 хилов. А, ДЦ и 5 хилов, хорошо. Вот, нас нельзя не упасть ни одному ДДшнику на последней фазе, иначе у вас просто не хватит ДПС, вот и все. Давай посчитаю. Считай. У нас 5 ДДшников дает... Тебе 11к от человека. Блять, вы будете опять эту хуйню разводить. Что, вот давайте в личку друг другу пишите, заебете уже этой хуйней. Если у меня нет проблем, мод вы можете, то это шок. Все, давайте, ребят. Кушаем, травим. Петя готов. Женя, Притон, ешьте рыбу и напускаем босс. Просто если вкидываете инфу, вкидывайте правильно, люди запоминают, потом хуйней страдают. Вот и все, блядь, ну серьезно. И 15 тысяч ДПС. Посчитай, еще раз говорю тебе, все, если все, у тебя все. 6 хилов, тебе на последней фазе... Женя, ты готов, Макс, блядь? 11 тысяч ДПС надо от каждого, блядь. Вы хуйню несете, люди у... Ну, ребят, ну время, скоро я нахуй пойду, остальные тоже пойдут, пожалуйста. Заходишь, да, нет? Заходи. Iron Warrior. Блять, ну почему нельзя было реогнуться, когда, блять, написал, Петя отойдет? Ёбаный насос. Жора, где ты был? Готов вообще. Огурцы, чего не хватает? А где огурцы взять, кстати? Поставьте, пожалуйста. Поставьте огурцы. Все, все готовы, поставьте огурцы. Егор, возьми огурцы и начинаем. Секунду, подождите, я за огурцами беру. Все, все. Давай добавим пол. Это место станет вашей могилой. Егор, ну помощники вышли. Подаван что-то не так с огром срывал. Смотри аккуратно. Поебался. Падаем. Падайте. Развернитесь все жопой к Анубу, к жукам. Упали, встали сразу же, под кинги бахнули. Куч-кудук. Соберись, тряпка. Да нормально. Вообще ошибаюсь. Вообще ошибаются, ебаный. Это нормально. Просто упали, пошли сразу бить дальше. Что бить? Пиздеть по 10 раз. Лишь херню. Паладина, а можно попросить кого-нибудь на первой секунде, как будет уже запулиться босс, на Бухова дать фридом? Да не даст тебе этот ДПС, ты лучше нормально сбей лужу и потом спокойно добегай. Я из лужи потом выбегаю, если у меня вылетает бакета, из лужи бегут 3 секунды. То, что после из него выйти, потом что до босса добежать, я поэтому хочу фридом получить. Он все равно не нужен. Все равно у тебя ДПС не будет. Да забей, хер бухой. Он пока это что Геру на прошлом дали до третьей фазы, чтобы успеть босса перевести. А вы не из-за этого дали. Паша Спирит, что опять не так? Заходишь, да нет? Заебали вы в один трай сделали, то кто-то попищать, кто-то посрать, блядь, кто-то пожрать, кто-то попиздеть. А вот в Рязани есть грибы с глазами. Их едят, а они глядят. Я не сам. Надо про еду, блядь, я еще не ел нахуй сегодня, блядь. Я тоже ничего не ел, блядь, и пизда.
Пив только воду. Короче, у меня последний край. Все. Ты гоблин, чертов, заходи, блин. О, зашел. Дальше. Вовремя пищить пошел. Поменяйтесь, чем мне после этого трая. Как после этого трая я ухожу. Дальше какая-то. Не на работу уже не идти. А, готовность. Жень. Чего не хватает? Какой Жень? Который скибиди. Все, все готовы. На БМПУ и погнали. Егор, 2 секунды мобы. Гор 12 секунд. 8. Угу, да, не все, достаточно одного я. О, КДшку. 4. Окей, все выходит. В данном трае есть один маленький нюанс. Скипиди не хилит, а стоит АФК. Он нажал. Готов. О, пошел хил. Зарывание через 2 секунды. Хилить пока нечего. Владюха. Да я, блять, в этой ебучей луже. Минус. Лужа. А нет, успел. Беги тогда. Да я на спринтах бегу. О, боб. Я жди. Да я знаю, чё вы. 2 секунды, я залез. Гэдхелп третьим дашь. Блядь. Не нужен этот. Рыба, привет, Санса. Дай тебе боб, кто там второй. Дам. Прием большого моба, игры перетянулись в центр чуть-чуть. Как только выберет третьего человека, все в трусы перемещаются. По мобам играем. Жука забери. Все, достаточно. Kill next, раскайтить нужно под конец. Если что, будет добегать, можешь глубину нажать. Но только под конец. Подбежали ближе к унерсе. Играем по мобам. Все. Подаван забирает. Бегите в сторону босса. С мобами. Милики на ком там сидят. На пулы отдали по большим. Добили мелких. Ну, чё ты там стоишь, Iron Warrior? Он залагал. Бухой не забудь грипнуть потом в первый район квадрата. Когда оно пройдет. Не спешите забегать на лужу милики до момента, когда не выберется цель. Выбралась цель, туда забегаете. Такой хуйни не было вообще. Галин Егор на полу. Сорян.
Гадхелп, ты сейчас... Да-да-да, я помню, Полок. Слева будет Андрей уже. Я просто раз справа сбил. Хой, грипнул? Хорошо. Разбивай ее сам. Все, идите по трэшу играйте. 2 секунды, Андрей. Ваня, 4 кнопки. Вадим, не забудь, твоя очередь. Сацуна. По Сацуна. Ой, бля. На меня. Определенным. Определенно. Подаван. Ебать, Сацуна. Что происходит? Это меня. Забагалось. Нет, не забагалось. Мальник, за Сацуна закидывай. На нем КД. Забегай, похер. Просто живи, Сацуна. Ань, на лужу. Вадь, заходи, я сейчас барахну. Сейчас убеги вначале. С мелким трешем под Ануба забежали. Не стойте, не лутайте из него урон. Завели мелкий трэш под босса. Доиграли, все РДшники уже по мелкому трэшу играют. Напулили большой трэш. Точно, доиграли. Да помогите убить трэш, вы, блядь, твари, вот пиздец, я не могу нахуй. Вообще, как вас еще назвать получше, блядь, похуже, блядь. Плюс. 11 секунд. Мобы большие, Егор, 7. Так, вылечил. ДД, 1, 5. Нафиг. Давай Еру, наверное, что-то опять не успеем перевести. На пол. Надо. Идет большой идет в метод. Два идут. Одного фернул. Справа. Второго ферните, либо на пульте. На пульте или ферните? Нам нужно, блядь, мы феряем двух. Все. Вадюха, выбегай и будешь сейчас напуливать справа от босса. Не сюда, в обратную сторону. Ладно, как успею. А где я должен стоять? У меня напул так-то не этот, не километровый. Так будешь, Петя, напуливаешь, а ты идешь просто напуливаешь. Бизнес на спринтах. Справа от босса. Один под босса моб зашел. Зафиряйте его. Второй тоже. Сейчас можно играть по трэшу. Попросили, блядь, играть по трэшу. Нахуя вы вон оба играете? ДДшники. Пиздос. Ну тут я согласна была с уфологом. 10 стак, он в одного стоит, бьет моба, не видел, не свичнулись, в Ануба. Вот этого я сейчас реально не поняла. Люди, чтобы вы понимали просто, сколько люди получают урон от жевал. Чисто 81% за бой получено от гребаных жевал, которые бьют мелкие. У меня 3 стака после коша. У тебя 3 стака, у фолога было 10 стаков, я стояла, хилила рейд, и все ходки, возможные на третьей фазе, были на нем, я его не удержала. Плюс не только я его хилила, мы не смогли отхилить у фолога с 10 стаков у тебя. Это нереально. Да там не хилится никак вообще, типа. Я вообще не понимаю, вот понимаешь, я, короче, сбежал с меткой, побежал сюда, блядь, стою, бью одного, вот, два рядом со мной, одного, блядь, один красный меня хуярит. Я его тупо хуярю, ну, типа, стою нон-стоп. Мимо меня, блядь, пробежали без босса, блядь. Вышел, кстати. Мак, пук. Да это все, короче, потому что они сказали, что последний пул, наверное, он и вышел, поэтому. Все, спасибо, всем удачи. Всем спасибо. Короче, у меня такой, знаешь, негативный остаток, я не могу понять. Вас, блядь, просят, здесь уже все, блядь, за вас придумано, вам нихуя думать не надо. У вас элементарных, блядь, там 4 условных задачи, все, блядь. Исполните их, все, босс умирает. Нахуй вы что-то свое придумываете, блядь, нахуй вы спорите? Я не понимаю. Вот это я тоже не понимал никогда.
Чайра получается, да? Да. Да, да. Поставьте же это телепорт. Спасибо. Ну, за всем удачи, спасибо и до следующего раза. Давай, взаимно. Я предлагаю тем, кто много спорит, взять Орелла и провести. Вот тоже сейчас как вариант. И вот этот вот момент, просто пускай каждый, сука, задумается. Вот если тебе сказать...